Гордость за родной город. Новокузнечане устроили для гостей экскурсию. Журналистам со всего Кузбасса показывают, как Новокузнецк преобразился за последний год. Нынешняя столица празднования Дня шахтера заметно помолодела. Отремонтированы многие здания, парки и скверы. Впечатлившись красотами Новокузнецка, конкурсанты отправляются на мастер-класс от заместителя главного редактора известного российского журнала «Эксперт». Александр Ивантер рассказывает, к Кузбассу у него особое отношение. Есть повод для гордости. Здесь он взял интервью с губернатором Аманом Тулеевым. Говорит, давно мечтал сделать материал именно об этом человеке. Только он перестроил Кузбасс, действительно. Это частная отрасль, ни рубля госсубсидий. Эффективные собственники более или менее. Там часто его ругают за методы. Ну вот да, такие методы. Ну а как? Хотите сделать это чисто рыночными методами или в белых перчатках? Ну, пробуйте. Может быть, у вас получится. Больше ни у кого не получилось. Участники первого конкурса среди журналистов «Гордость-2014» отмечают, с шахтерской тематикой невозможно не столкнуться, если живешь в Кузбассе. И дело даже не в профессии репортера. Практически у каждого жителя области есть родственники и близкие представители этой героической профессии. Главный редактор телеканала «Мой город» Лариса Кольцова говорит, для журналистов писать и снимать шахтеров – большая честь. Для телеканала это большая честь участвовать в этом конкурсе и снимать материалы о людях, которые славят шахтерский труд. За каждым из этих людей своя история, своя судьба. И нам очень приятно делать о них материалы, нам очень приятно рассказывать о них. В конкурсе участвовали журналисты со всего Кузбасса. Жюри проверило больше 120 работ. В итоге в состязании были отмечены двое журналистов телеканала «Мой город». Остап Григорян стал лауреатом номинации «Лучший материал по освещению шахтерского труда на ТВ». Наталья Токмагашева награждена спецпризом за прославление шахтерского труда. Организаторы конкурса пообещали, он будет ежегодным. Это значит, кузбассовцы со страниц газет, радиовыпусков и экранов телевизоров будут все чаще узнавать и гордиться своими земляками, которые каждый день несут свою героическую службу. Георгий Демин, Наталья Токмагашева, Роман Абдрахманов. Новости моего города.